мины. Любопытство не порок. Посмотрим-ка. Thank you.
Просто невероятно. Потрясающее место.
Пока нет, я все еще ищу. Это место внутри просто удивительное. Thank you.
Берега разбомбили, чтобы не дать гражданским уйти. Теперь нам отдан приказ убить всех жителей деревни, выживших при бомбардировке. Не только зараженных, всех поголовно. Мужчин, женщин, детей. Мои солдаты убираются. Я не могу их винить. Наш долг защищать этих людей, а не убивать их. Я сообщу своему командиру, полковнику Ормсби, вот, что не отдам лестница ведет в подземелье. Похоже, это то, что нужно. Полковник ответил, что отказ от выполнения приказа будет рассматриваться как вопиющее нарушение субординации. С ума сойти. Подземелье затоплено. Перед трибуналом за дезертирство и измену. Всем стоять! Впереди какая-то исследовательская лаборатория. По крайней мере, так значится на карте. Ладно. Там может найтись еда и припасы. Но нам надо... Давай, Уэйн. Вот зараза. Господи, кошмар какой. Вы целы? Так, Тревор, выводи нас отсюда. Должны быть готовы ко всему. Это единственная возможность выжить. Когда я согласился дать концерт на Баноне, трафики писали, что мне устроят экскурсии. Покажут такие места, как эти руины. Не знаю, что меня пугает больше. Перспектива вернуться в джунгли или необходимость спускаться в эти катакомбы. Мы тут очень уязвимы. Нам надо торопиться. Интересный получился отпуск, правда? Может, в катакомбах будет и не так плохо. Если так, установим баррикады зомби, вон там. Быть
Одному богу известно, что там. Надо приготовиться. Так ты собираешься спуститься в эти темные катакомбы? Надо укрепить оборону. Если эти твари нападут до того, как мы будем готовы, мы трупы. Так, установим баррикады вон там. Может, в катакомбах будет и не так плохо. Если все входы были завалены, значит, зомби там...
Так, установим баррикады вон там. Когда все это началось? Мне казалось, я не выживу. И каким же образом мы там пройдем? Повезло, но... Мне нужен насос. Я все еще дышу. Перед уходом я говорил со стариком из Халая. Он работал в этих катакомбах, когда тут были австралийцы. Он сказал, неподалеку отсюда есть мастерская с инструментом. Там должен быть насос. Сможете принести его сюда? Да. Хорошо. Когда принесете насос, я выкачаю всю воду. Пока все держатся молодцом. Надеюсь. Но вечно это продолжается. Надеюсь, что делаем. Вот и все. Слишком большой стресс. Одному Богу известно, что... Придется искать другой вход. Thank you.
Вижу насос. Уже иду. Может, найдется что-то полезное?
за дело. Посмотрим, на что способен этот насос. Не хочу никогда в жизни больше эти чертовы джунгли видеть. Вам надо найти мастерскую. Надеюсь, эта штука работает. Вот и все, что я могу сказать. Ну, если все готовы, я тоже. Не знаю. Как думаете, он работает? Это старый советский аппарат. Надеюсь, эти коммуняки сделали его на совесть. Ладно. Посмотрим, на что он способен. Не волнуйтесь, мы позаботимся о лагере, пока тебя не будет. Не включайте эту штуку. Шум насоса так и будет их привлекать, а на откачку всей воды уйдет немало времени. С таким оружием нам точно не выжить. Ну, мина-то у нас есть. Они нам помогут, но этого будет недостаточно. Слушайте, у деревни потерпел крушение военный вертолет. Никто из бедняк на борту не уцелел, в отличие от их оружия. Отправляйтесь туда и попробуйте что-нибудь достать. Так и сделаем. Возвращайтесь как можно скорее. Если эти твари нападут, пока вас не будет, нам конец. Не включай эту штуковину, пока не будем готовы к обороне. Что звонок к обеду, мать его. Он притянет сюда всех мертвяков до одного. Покоя, да?
Отправляйтесь искать вертолет! Готовы к обороне. Ваша помощь! Чем я могу вам помочь? Видите там ящик с припасами? Военные сбросили несколько таких джунглей. Я нашла способ их отслеживать. Если вы их поищете и принесете мне еды, все остальное может... Я сделаю все возможное. В каждом ящике есть передатчик. Передатчики реагируют на это устройство. Если подойти достаточно близко, передатчик запищит. А дальше идите на звук. Человек из нашей группы погиб. Лев. Он спал у самого костра, и вдруг на него напала женщина. На вид она была совсем старуха, но двигалась очень, очень быстро. У нее не было половины левой руки. В свете... костра белела торчащая кость. Старуха бросилась на нас с кошмарным булькающим рычанием. По лицу у нее стекала кровь, а в зубах она все еще сжимала ошметок кожи Билла. Зика ударил ее лопатой по голове. Она снова встала, а он все бил. Ее и бил. И в конце концов ему пришлось нести ей голову. Выглядела она лет на 70. Одежда на ней была изодрана в лохмотье. Некоторые говорят, что это куру. Болезнь людоедов. Но эй, как такое может быть? Загляните. Эти люди умирают, а потом восстают из мертвых. Здесь оружие, как вы и подозревали. В общем, Бил был тяжело ранен. Он боялся, что болезнь его одолеет. Я справлюсь. Но становиться одним из них не хотел. Тогда он взял дробовик Габриэля. Выстрел был оглушительный. Поэтому мы бросились бежать в темноту. В чащу джунглей. Нас осталось совсем немного.
Давайте-ка откроем. Будь начеку. Не включай эту штуковину, пока не будем готовы к обороне. Насос наделает немало шума. Сначала нужно подготовиться к обороне, и только потом его включать. Ты справишься. Блин, а не проще ее бедрами? Главное, достаточно долго продержаться. Следует пошуметь.